Всем привет, с вами Дима Ванпоинт, и прежде чем назвать победителей, хотелось бы похвалить всех, кто принял участие в конкурсе. Ребята, вы сделали очень крутые обтяжки, и я был безмерно рад, что очень много узнаваемых винилов. Правда, вот эти два парня немного не поняли условия конкурса. Ну вы чего, внимательнее надо быть. Выбрать было дико сложно, поэтому мы решили сделать целых двух победителей. Итак, первый победитель — это Виктор Цилин с винилом Lost Profits из оригинальной Underground. Превосходная работа. А второй победитель — это Виталий Туданов, тоже с винилом на музыкальную тематику. Причем он даже приложил видео, где показал все этапы работы. Мне кажется, приз достается заслуженно. Победители выиграли эксклюзивные футболки от ребят из Сеи, бейсболки Need for Speed. В ближайшее время с вами свяжутся, поэтому держите личку открытой. Ну а на этом все. Меня зовут Дмитрий Ванпоинт, и скоро новый конкурс, а может даже розыгрыш. Но подарки там будут чума. Да не то чтобы чума, прям вообще супер. Советую подписаться, там вот кнопочка есть. Просто имба в дрифте. Простите меня те, кто говорил мне это раньше, но я их не слушал. Понял я это, конечно же, после своего стрима, где меня в дрифт в спидлисте жестко наказывало это Lamborghini. Мне плакать хотелось.